МВД Таджикистана обратилась к гражданам страны с призывом помочь в выявлении коррупционеров в рядах милиции. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. Министерство просит граждан Таджикистана сообщить по телефонам доверия о фактах коррупционных и иных противоправных действий сотрудников милиции. Стоит напомнить, что в январе 2017 года, выступая на мероприятии, приуроченному к десятилетию создания антикоррупционного агентства, Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность уровнем коррупции за последние 10 лет в органах внутренних дел, Министерства транспорта, судебных органов и прокуратуры, местных исполнительных органах государственной власти, Министерствах юстиции, образования и науки, Государственном комитете национальной безопасности, Государственном комитете по землеустройству и геодезии, Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, секторах по делам религии, упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов, военных комиссариатах, банковском секторе. Тем самым он подтвердил факт наличия высокого уровня коррупции в органах власти. По результатам доклада организации Transparency International, которая провела исследование, опираясь на так называемый индекс восприятия коррупции, который формируется на основе опросов предпринимателей и аналитиков, которые должны оценить ситуацию по 10-бальной шкале, где 10 баллов означают полное отсутствие коррупции, а 1 балл – продажность всех и вся, данный индекс в Таджикистане оказался равен 1,8. В исследовании участвовали 133 страны. Таджикистан занял 5-е место с конца. Хуже обстоят дела только в Мьянме, Гаити, Нигерии и Бангладеше. Напомним, что на протяжении 2 лет антикоррупционное агентство возглавлял Рустами Эмомали, который на данный момент является мэром города Душанбе. Наблюдатель отмечает, что данное заявление со стороны МВД – это всего лишь очередная показательная кампания, во время которой будут принесены в жертву мелкие сошки коррупционной пирамиды, в то время как главные коррупционеры, в том числе Рахмон, будут считать, что обманули народ формальными действиями по борьбе с коррупцией.